Россия будет поставлять оружие и Азербайджану, и Армении. Обе страны – наши стратегические партнеры, подчеркнул вице-премьер Дмитрий Рогозин. Так, Баку последние лет 15 – постоянный покупатель российской военной техники. В начале 10-х годов Азербайджан приобрел около сотни танков, 18 огнеметных систем «Санцепёк» и столько же ракетных систем «Смерч». И еще целый список вооружений. Покупки Еревана пока не столь внушительные, однако в феврале Россия предоставила Армении кредит на 200 миллионов долларов. По нему Ереван получит ПЗРК и «Гладежа», «Смерчи», плюс наземные комплексы радиотехнической разведки, гранатометы и бронемашины. Буквально накануне премьер страны Авик Абрамян попросил своего российского коллегу ускорить заключение новых контрактов. Дальше мы не стали 8 часов.